Всем здравствуйте. Вы когда-нибудь задумывались о том, каким образом, в случае чего, вы бы совершили самоубийство? В моем случае это был бы выстрел в правый висок из тульского Токарева. После изрядного количества выпитого дорогого алкоголя из широкого бокала под песню Адриана Челентано «Конфесса», а перед апогеем всего действия с моих уст слетало бы стихотворение госпожи Ахматовой. Я пью за разоренный дом, за злую жизнь мою. За одиночество вдвоем и за тебя я пью. За ложь меня предавших губ, за мертвый холод глаз. За то, что мир жесток и груб, за то, что Бог не спас.